Здравствуйте! Вы снова на канале Виктория Карера. Я благодарна, что вы зашли ко мне в гости, если вы впервые... Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал и добро пожаловать. Ставьте колокольчик, чтобы получать новые уведомления о моих видео и быть в курсе. И сегодняшнее видео посвящено такой интересной теме – пилинг для ног. Почему я решила посвятить одно видео этой теме? Потому что в этом году я для себя сделала одно небольшое открытие. Я нашла один новый бьюти-продукт, который мне очень понравился. И поэтому я хочу поделиться впечатлениями с вами об этом бьюти-продукте. Итак, этот бьюти-продукт носит название «Отшелушивающая маска носки для ног». Вот так, в такой упаковке этот продукт я купила. И это продукт корейского производителя. В чем особенность этого продукта? Особенность в том, что можно сказать, это процедура домашняя, которая заменяет поход в салон к мастеру педикюра. Это маска носки. Вот вы видите, они здесь показаны на фото маска носки. Сейчас я вам их покажу в натуральную величину, только, пожалуйста, не смейтесь. Вот они, эти два носка. Это уже использованная маска, но я специально их сохранила, чтобы вам все показать и рассказать, и поделиться своими впечатлениями. Эта маска-эксфолиант в своей основе содержит кислотные пилинги, и кислотные пилинги помогают отшелушить, отслоить омертвевшую грубую кожу наших стоп. И эффект после этой маски, вы знаете, он даже, я могу сказать, на порядок превосходит просто поход к мастеру педикюра. Когда мы делаем педикюр в салоне, нам просто снимают верхний слой огрубевшей кожи, но вся кожа не удаляется. А после этой маски происходит полностью отслоение старой кожи и вы получаете абсолютно новую кожу на ваших стопах, на ваших пяточках и на ваших пальчиках. Правда, есть несколько но, есть несколько моментов не очень приятных, но их можно спокойно перетерпеть, чтобы потом получить вот этот замечательный эффект розовых младенческих пяточек, если я могу так назвать. Какие нюансы, которые дают минусы? Первое. Первое – это неприглядный вид ваших ног, когда кожа начинает отслаиваться. Это, конечно, это нечто. Я даже не стала делать фотографии, потому что я понимала, что это ужасно, что это неприятно на это смотреть, и это некрасиво. Хотя я нашла в интернете очень много Блогеров, которые фотографируют свои ноги во время этого процесса, выставляют, ну, мне, честно, на это даже не очень приятно смотреть. Здесь на обратной стороне этой упаковки, вот вы можете посмотреть, показаны стопы, да до процедуры, во время процедуры использования посередине, вот где кусками кожа отслаивается, и после процедуры. Первый минус, то что кожа отслаивается, и она, к сожалению, не отслаивается за один день, а этот процесс занимает где-то неделю, то есть вот неделю рассчитывайте, что ваши пяточки нельзя будет показывать, выставлять на показ, то есть нельзя будет носить открытую обувь. То есть если это делать летом, весной, осенью, когда уже хочется носить открытую обувь, будьте готовы к Потому что неделю вам придется походить либо в балетках полностью закрытых, либо в кроссовках. Но это того стоит. Второй минус, который я могу назвать этой процедуры, наверное, неудобство то, что нужно посвятить полтора часа, одеть эту маску, эти носочки и походить в этих носочках дома. В зависимости от производителя, некоторые производители указывают 60 минут достаточно. Именно на этой маске было указано полтора часа, 90 минут нужно быть в этих носочках, чтобы кислотные пилинги начали активно действовать. Третий момент еще, что нужно делать, Нужно ежедневно после того, как вы видите, что кожа начинает отшелушиваться и отслаиваться, нужно ежедневно делать паровые ваночки для ног, тем самым вы помогаете быстрее этой коже отшелушиться. Какие плюсы? Плюсов очень много. А, как вы уже поняли, вы получаете красивые розовые пяточки младенца. А, б. В том числе кожа вокруг кутикула, вокруг ногтя кожа, она тоже отслаивается, то есть вы получаете такие же красивые обработанные пальчики, как после педикюра. Третий плюс, на небольшие мозоли, все это тоже легко уходит, легко удаляется с отслоением кожи. И какой еще плюс? И плюс то, что эффект процедуры этой держится достаточно долго. Я сделала эту процедуру в конце сентября. Вот уже полтора месяца у меня кожа на пяточках абсолютно идеальная, абсолютно гладкая и новая. Ни после одного педикюра у меня эффект так долго не держится. После любой процедуры салонной, после педикюра, после чистки кожи, через 2-3 недели я уже чувствую, что кожа начинает нарастать, огрубевшая и так далее. Сейчас кожа абсолютно гладкая, ровная и нет никаких намеков на то, что кожа стала грубее. То есть действительно эффект держится гораздо дольше. Ну вот, то есть нужно быть готовым к тому, что <laughs> к тому, что во время отшелушивания вы периодически будете даже кусочки кожи с ваших стоп терять где-то по ходу. <laughs> Но это так. Я по себе замечала, что даже если, например, я ухожу куда-то на целый день и одеваю закрытую обувь, прихожу домой, снимаю носочки, и в носочках можно было найти кусочки этой отслоившейся кожи. Ну, знаете, наверное, как вот было ощущение, как змея меняет кожу, <laughs> как-то так. Но зато какая потом новая, совершенно молодая кожа на стопах ног появляется, это просто невообразимый эффект. И после того, да, еще один момент, что во время отшелушивания кожи ни в коем случае не рекомендуется использовать грубые отшелушивающие вспомогательные средства, как пилочки, пемза или что-то такое, вы просто полностью уберете на нет эффект этой процедуры. То есть важно это все перетерпеть, подождать, пока кожа сама отойдет. И даже если на топтыш или мозоли вы видите, что они не сразу, может быть, снимаются, лучше потерпите, лучше подождите. Но когда они сами отпадут, у вас вообще ничего потом не останется. То есть это какое-то вот для меня вообще процедура волшебство. Поэтому хотя бы один раз я вам рекомендую попробовать. Но Здесь тоже есть одно но, есть, есть противопоказания для использования этой процедуры. Я прям хочу вам эти противопоказания зачитать, потому что нужно понимать, кому можно пользоваться этой процедурой, кому нет. Итак, меры предосторожности. Не использовать маску. Если на ногах есть открытые раны, порезы, раздражение, экзема или кожа склонна к аллергии. Не использовать продукт, если есть чувствительность к какому-либо компоненту состава, но это понятно. Если в процессе применения на коже появляется раздражение, тоже нужно прекратить использование. А лучше всего до начала процедуры, вот вы открыли эти носочки аккуратно там жидкость из носочков нанесли где-то на нежный участок кожи, подождали полчасика, посмотрели, какой будет эффект. Вот, в принципе, и если есть глубокие трещины на пятках, то тоже, наверное, эта процедура, я думаю, не рекомендуется. То есть вот здесь нужно быть аккуратными. В остальных случаях можете спокойно смело, и смело использовать эту процедуру, и результат просто великолепный. После процедуры рекомендуется использование интенсивной восстанавливающей маски для ног. Я вместе с носочками отшелушивающими потом еще покупала вот такую абрикосовую восстанавливающую маску для ног. И после этой процедуры я пошла в магазин и купила себе уже следующую пару таких носочков эксфолианта. Вот на этой упаковке я не нашла, кто производитель, но мне почему-то кажется, что тоже производитель Корея. И здесь так интересно, если вы видите в уголке указан даже самолет, я не знаю, то ли это указано, что это можно провозить в самолете, но написано Utilization Express. Может быть, производитель дает идею, что вы даже в самолете можете использовать ваше время с пользой. Но, ну, в общем, у меня уже лежит еще одна пара носочков про запас, то есть, когда эффект от этой процедуры подойдет к концу. Я слышала, что эффект этой процедуры длится 3 месяца. Посмотрим и потом буду уже использовать следующие носочки. На этом я хочу закончить свое повествование о супер шелушивающей маске эксфолиант кислотной для ног. Будьте здоровы, будьте красивы и до новых встреч на моем канале.